на сегодняшний день по состоянию 29 марта по 18 апреля на территории области было подтоплено 2686 домов. Сейчас у нас получается по 170 домам угроза снята, то есть это имеется в виду, вода ушла у нас, и остается подтопленным более 2500 домов. На данный момент с начала паводка проведена эвакуация более 14 тысяч человек. Вернулись домой у нас 643 человека, остаются эвакуированные более 13,5 тысяч человек. У нас получается на автомобильных дорогах области у нас сейчас находится на контроле 11 действующих переливов из 69, которые произошли с начала паводка. По ним у нас выставлено дежурство, осуществлено дежурство, выставлены предупреждающие знаки. Из части из них имеются альтернативные пути проезда до населенных пунктов.